Известный разработчик медицинских приборов для домашнего индивидуального пользования, немецкая компания Medisana выпустила очень полезное устройство для диабетиков и для тех, кто хочет следить за уровнем сахара в крови. Это MediTouch 2. Вместе с глюкометром поставляются все необходимые детали. Сам прибор для измерения уровня сахара, ручка для прокалывания, 10 тест-полосток и 10 ланцетов, баночка контрольного раствора, колпачок АСТ, две литиевые батарейки, 5 спиртовых салфеток, чехол для транспортировки, дневник диабетика, инструкция по применению и руководство пользователя на 4 языках. Устройство очень маленькое и очень компактное. Корпус выполнен из пластика. Его размеру могут позавидовать многие аналогичные медицинские приборы. Что касается внешнего вида, то его можно назвать простым. На лицевой стороне можно увидеть большой читабельный дисплей, две кнопки и отсек для тест-полосок. На левой боковой грани есть разъем microUSB для подключения к ПК и загрузки результатов приложения. На тыльной стороне есть отсек для батареек и резиновые вставки для минимализации скольжения. Благодаря чехлу устройство можно носить с собой. Разобраться с этим набором не так уж и сложно. Для начала нужно вставить батарейки, и устройство включится само. Вы устанавливаете время и дату, желательно правильно, ведь вам оно пригодится в ведении дневника и отслеживании результатов. Настраивать значение дат нужно при помощи кнопки стрелочки, а затем подтвердить второй кнопкой. После того, как на дисплее появится изображение тест-полоски, прибор готов к использованию. В комплекте прилагается контрольный раствор, который нужен для проверки корректности работы устройства. Его стоит наносить, если вы впервые пользуетесь прибором, если вы приобрели новые тест-полоски, после падения девайса, если вы сомневаетесь в честности глюкометра. Итак, чтобы взять анализ крови, следует подготовить площадку для этой операции, хорошенько вымыть и высушить руки. Затем заправьте в ручку ланцет, установите желаемую глубину прокалывания от 1 до 5 в зависимости от типа кожи, тонкая или грубая. После всех манипуляций необходимо ввести тест-полоску в отверстие по направлению стрелки. На дисплее появится значок с кухонными приборами. Нажимая кнопку со стрелкой, выбираете, в какой период делаете тест, до еды или после, и подтверждаете. Когда на дисплее появится капля, тогда следует макнуть основание тест-полоски в каплю крови, а после звукового сигнала и 5-секундного ожидания вы узнаете результат. Анализ образца осуществляется на основе электрохимической методики с применением особого фермента – глюкозооксидаза, который реагирует исключительно на глюкозу. В расчет результатов не попадают другие моносахариды – фруктоза, галактоза, рибоза и другие. Это очень важно, когда речь идет о серьезном заболевании – сахарном диабете первого типа, то есть пациент инсулинозависимый. В данном случае неверно рассчитанная доза инсулина имеет вероятность летального исхода пациента. В руководстве пользователя приведен список значений и описание к ним. Также представлены проблемы, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации и пути их решения. Насадка АСТ, та, которая прозрачна, используется в тех случаях, если нет возможности проколоть себе палец. Она позволит взять кровь из предплечья или из подушечки основания большого пальца. Для подключения к компьютеру и передачи своих результатов стоит скачать приложение VitaDoc, доступное на официальном сайте. Здесь приложение VitaDoc Online играет очень большую роль для диабетика, ведь с его помощью можно отправить результаты своему лечащему врачу, который в свою очередь сможет прописать необходимое количество лекарств без очередей в поликлиниках. Кстати, тест-полоски соответствуют новым требованиям Всемирной организации здравоохранения. Они не требуют определенной кодировки и чипования прибора. Это очень упрощает эксплуатацию. Medisana MediTouch 2 – это отличное устройство с хорошей комплектацией и расширенным руководством пользователя, которое ответит на все ваши вопросы.